На сегодняшний день в Чувашии ситуация на рынке труда неоднозначна. С одной стороны, открываются новые современные производства, создаются новые рабочие места, идут отчисления в бюджет республики. С другой стороны, есть проблемные предприятия, где собственники объявляют банкротство, останавливают производство и люди оказываются на улице. Предлагаем вам вместе с нами в этой ситуации разобраться. В отличие от многих регионов страны, в недрах Чувашии отсутствует нефть и газ. И рассчитывать приходится на собственные силы, а не на нефтяные налоги. То есть, попросту говоря, нужно работать. Каждый находит себя в разных областях. Кто-то идет на завод, кто-то в малый и средний бизнес, кто-то на стройку. При этом сейчас в республике на рынке труда наблюдается переизбыток вакансий и предложений от работодателей. Но население неохотно на них откликается. Предлагают маленькие зарплаты. Некоторые уезжают из региона на заработки в соседние области или в столицу. Там вроде зарплаты выше. Власти Чувашии прекрасно знают ситуацию и предпринимают конкретные шаги. Жизнь меняется, потребности у людей тоже повышаются. Это все бесконечно, но, по крайней мере, мы многое сделали по тем вопросам, которые на самом деле поднимали горожане, жители Чувашской республики. Ежегодно открываем несколько производств, создаем новые рабочие места, не просто рабочие места, современные рабочие места, они высокопроизводительные. И от производительности труда в новых производствах работники получает 1,5-2, 2,5 раза, а то и 3 раза выше, чем средний по республике. Вот за это я рад, за это я горд. Почему? Потому что на самом деле эффективное взаимодействие с предпринимателями, с работодателями сегодня у нас получается. Меры поддержки промышленных предприятий в Чувашии получили высокую оценку со стороны федерального центра. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в начале этого года в ходе своего визита в Чувашию прямо заявил, что наша республика является одним из лидеров в стране по эффективности реализации программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Не так давно мы посетили одно из множества крестьянско-фермерских хозяйств нашей республики с одной конкретной целью. Узнать, на какие цели ушли деньги, которые это фермерское хозяйство Зои Плотниковой получило от правительства в форме гранта господдержки. Самой Зои Поликарповны на месте не было. Ответ держали ее муж и сын. Все вместе они выращивают овощи в Чебоксарском районе в окрестностях села Харнзо. Нам рассказали, что грантовые деньги ушли на строительство овощехранилища, растят капусту и огурцы по инновационным технологиям. И им жизненно необходимо было помещение, чтобы хранить свою продукцию. С вашей точки зрения, как практиков, да, как фермеров, в Чувашии созданы какие условия для развития сельского хозяйства? Мы считаем условия очень благоприятные. Со стороны государства помощь чувствуется. Начальники отдела в районе помогают, информируют нас вполне. Говорят, вот есть такая программа, можно воспользоваться. Мы, значит, бумаги и сами стараемся, в общем, помогают. Хозяйство у Поликарповых большое и работы много. Вот и привлекают своих сельчан. 20-30 человек у них работает и зарплату нормальную получают. Планы у фермеров большие, развиваться дальше. Так что в этом году тоже планируют подавать документы на грант. Ну, я хочу отметить, что максимально мы им должны помогать. Во-первых, льготные кредиты, сельхозкредиты. Помощь со стороны государства должна быть и молодым фермерам, и ныне работающим фермерам. Следующий момент, мы должны им помогать реализовать продукцию от местных производителей. Конечно, это законодательно должно быть какие-то льготные условия для реализации местных производителей, экологически чистых, выращенных на нашей местной земле. У нас мини-рынки более 87 мест у нас для местных производителей, фермеров, личных подсобных хозяев, бесплатные места, чтобы могли реализовать. И мы всегда приглашаем фермеров, чтобы они реализовали свою продукцию. Средний бизнес в Чувашии, об этом говорят данные статистики, развивается вполне успешно. Открываются новые предприятия, расширяются существующие. Вот и на этом предприятии «Мир окон и дверей» недавно расширили рабочие площади и увеличили штат работников. Как отмечают собственники, это трудно было сделать без должной поддержки со стороны государства и стабильности на республиканском рынке. Всегда говорили, что органы власти должны создавать благоприятную среду для самореализации молодежи.
Это у нас получается. Мы, молодежь, верили, верим и будем верить. Потому что они дальше будут развивать экономику, за ними будущее России, будущее Чувашии. После 90-х годов все регионы Российской Федерации потеряли то, что было. Лучшие практики ушли у нас куда-то. Но мы по новой посмотрели на эти вещи, комплексно оценили, поставили задачи перед образовательными учреждениями и общего, и среднего, и высшего профессионального уровня. И на сегодняшний день, по сравнению с другими регионами Российской Федерации, мы выглядим хорошо. Немного информации. К 2020 году в Чувашии планируется привлечь не менее 160 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Ежегодно планируется открытие не менее 5 новых производств. Все это говорит об одном. В республике всерьез занимаются созданием условий для благоприятного инвестиционного климата, что в свою очередь позволит открыть много высокооплачиваемых рабочих мест на территории Чувашии. Чувашия всегда славилась своими крупными промышленными производствами. На некоторых из них сейчас сложная ситуация. Процесс вывода этих производств из кризиса на контроле у региональных и федеральных властей. Много делается сейчас и для того, чтобы те работники, которые остались на данный момент без работы, могли пройти переквалификацию и переобучение. Чтобы смогли освоить новые востребованные на рынке труда специальности. В Чебоксарском электромеханическом колледже сегодня ежемесячно проходят обучение бывшие работники обанкротившихся предприятий. Для этого созданы все условия. Ну, 7-8 не меньше. 7-8 будет, да. Готовили в этих стенах. В общем, каждый год вот у нас сейчас обучается на специальности технологии машиностроения 10 групп. В среднем группе 22-23 человек, то есть 200 человек. Это раз. Кроме того, мы еще взрослых готовим, не менее 200 человек в год. Переподготовка. То есть ежегодно у нас выпуск станочников получается 50, 200, 250, 300 человек. Вот если 10 лет, это 3000. А если сколько мы существуем, это где-то 10-12. Это переориентация, это создание новых рабочих мест. Это переобучение в нынешней ситуации, это очень важно. Мы видим, что тяжелая ситуация на тракторном заводе. И практически 2/3 рабочих, которые работают на этом предприятии, вынуждены в отпусках. Неполная рабочая неделя. И, конечно же, здесь важно переобучить, чтобы они могли трудоустроиться в другие предприятия, в другие организации. Одна из отраслей республиканской экономики – химическая. Помимо производственных химических линий, Чувашия может гордиться и своим научным потенциалом. На базе химико-фармацевтического факультета ЧГУ имени Ульянова создана современная лаборатория, которая разрабатывает уникальные медицинские препараты. В этой лаборатории мы уже думаем и разрабатываем, как эти лекарственные вещества довести до точки действия. То есть, либо это будет мазь там, для наружного применения, либо это какой-то лекарственный препарат внутреннего применения. Вот, то есть, вот здесь, вот, чтобы максимально эффективно извлечь и достичь цели действия лекарственного препарата именно в организме, здесь мы именно разрабатываем основы. Хочу отметить, что в направлении онкология, лечение раковых заболеваний, лечение в эндокринолога, лечение сахарного диабета, которые они сейчас работают. Конечно же, это вот тоже очень важно. И, конечно же, это серьезная проблема. Это серьезная патология, которая требует современного подхода лечения этих болезней. Препараты, которые создаются в этой лаборатории, могут перевернуть мировую медицину. Уже сейчас за разработками наших ученых следит весь научный мир. А декан факультета Олег Евгеньевич Насакин вошел в сотню известнейших и авторитетных ученых планеты. Помимо закрытия некоторых производств, в республике на других, наоборот, идет процесс реконструкции и модернизации. Тому пример – научно-производственное предприятие «Экра», которое является флагманом чувашской экономики. В своем сегменте электротехническом марка «Экра» – одна из самых известных и востребованных в стране. Подтверждением служит тот факт, что продукция под брендом «Экра» сейчас используется на прокладке энергомоста в Крым. Продукция этого предприятия востребована по всей стране и является сильным конкурентом заграничных аналогов. Заказов у предприятия много, значит, есть и загрузка линий. А это, в свою очередь, сказывается и на зарплате работников.
слову сказать, она одна из самых высоких в регионе. Социальная защита – это хорошая зарплата, а на ЕКРе она превышает 40 тысяч. Средняя зарплата? Средняя зарплата, да, превышает 40 тысяч. Это хороший показатель. И, в общем-то, у нас люди и не увольняются, и даже желающих очень нам много работать. Для нас важно это предприятие, что оно работало стабильно. Предприятие градообразующее. Предприятие действительно флагман. Ориентируются другие предприятия электротехнического кластера. Нас радует, что молодежь работает. Приходят в наших университетах, наших других технических вузах на это предприятие. И очень много научных разработок. И ресурсный центр, учебный центр есть. Теперь предлагаем вам вспомнить, что же открывалось в нашей республике за последнее время. Итак, завод имени Чапаева. Полного запуска новой линии ждали несколько лет. Проект сложный, затратный. Можно сказать, это событие историческое. Не только для конкретного предприятия и всей республики, но и всей страны. Изделия этой новой линии будут поставляться в Министерство обороны России. Благодаря этому производству завод имени Чапаева в ближайшие годы будет обеспечен заказами в полном объеме. В Новочебоксарске в промышленную эксплуатацию запущен завод тонкопленочных солнечных модулей. Символический старт производства дал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Вот зеленая кнопочка, вам нужно нажать ее два раза. Два раза? Да. Хорошо. Давайте нажмем. Чтобы не ошибиться. В Чебоксарах появились 500 рабочих мест в результате открытия контактного центра «Газпромбанка». Столица Чувашии для его размещения выбрана не случайно. Банк подыскивал площадку с хорошо развитой коммуникационной инфраструктурой и с большим количеством учебных заведений. Выручка 8 миллиардов, средняя зарплата 37 тысяч рублей. Таковы основные показатели Шумерлинского комбината автофургонов. В этом году на предприятии открыли новую линию и цех площадью более 8 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день есть четкое понимание у всех, что жители Чувашии должны работать и хорошо зарабатывать у себя на родине. И это один из приоритетов правительства республики. А квалифицированные кадры удержать можно только одним способом – обеспечить им достойную оплату труда. В современных условиях местным чувашским предприятиям пока тяжело тягаться с той же Москвой по уровню зарплат. Но в республике планомерно увеличивают количество новых производств, оказывают реальную помощь развитию малого и среднего бизнеса. Развиваются отрасли экономики и промышленности, агропромышленный комплекс, химическое направление, электротехнический кластер. Глава республики Михаил Игнатьев недавно четко и понятно расставил приоритеты по данной теме. Цитирую. «Наша цель – сделать Чувашию регионом комфортного проживания во всех смыслах и для всех категорий населения. Наши люди заслуживают достойной жизни, и задача власти – такую жизнь обеспечить».